Сегодня у нас 27 апреля, и мы приступаем к посеву цветов на рассаду в теплице. Землю вот насыпали вот в такие различные ящики. Такие тоже ящики можно использовать, застелив дно вот этой вот пленкой целлофаном. Ну, в принципе, любой такой целлофановой пленкой. И очень тоже в них удобно сеять. Почему сеем вот в такие ящики? Потому что их, соответственно, как только потеплеет, а в теплице нужно будет высаживать и томаты, и перцы, поэтому их можно будет вынести на улицу, и как бы все это довольно-таки безболезненно и для рассады, и для всего, в принципе, очень удобно. Будем сеять вот такие вот цинии. Каждый год их сеем. Очень они такой крупные, высотой где-то около 1 метра. Такие вот замечательные расцветки. Великан малиновый, мандариновый мусс в прошлом году цвели. Такие вот именно оранжевые цинии, очень яркие, сочные и просто украшение любого сада. И вот такие вот цинии калифорнийские великаны. Здесь у нас смесь различных окрасок, но вот тоже в них в прошлом году преобладала именно вот такая вот оранжевая расцветка. Ну, в принципе, тоже, что и неплохо. Посеем немножко левкоя. Как-то в том году он не очень рос, ну, совсем немножко тоже его можно будет посеять. Он низкий. Ну, если бы такой же рост, как на картинке, то вообще было, цены ему не было. Астры в прошлом году сеяли дома рано на рассаду, а в этом году вот будем сеять в теплицу. Это у нас низкорослые астры. Они совсем низенькие, где-то на 25-30 сантиметров высоту. И вот такие тоже очень даже удачные будут для любой, в принципе, клумбы. Сиреневые вот такая и розовые. Также посеем, конечно, амарант. В прошлом году росло всего 3 кустика вместе. И это был просто такой большой-большой сугроб вот таких именно красных, очень ярких, красивых хвостов. Как вот такая плакучая ива разрастается и начинает уже цвести, наверное, с конца июня. Ну, а уже ближе к августу просто очень-очень становится красивым. Яркий, насыщенный, вот такой вот. Совершенно они никак не выцветают тут. Все время, как начинает цвести, вот такой он ярко-красный, вот так и до самых именно заморозков. Даже вот такие небольшие заморозки он тоже выдерживает, минус 2. Ну, это как бы тоже такой достаточно очень мощный такой куст вырастает, даже с одного вот такого экземпляра. Поэтому можно его, конечно же, посеять. В рассаде он тоже довольно неприхотливый, растет очень быстро. И всходят семена тоже очень даже хорошо. Так. Также посеем здесь другие пачки. В эти пачки собрали семена бальзамина. Тоже бальзамин будем сеять. Также посеем космеи немножко здесь в пачке. Есть. В прошлом году сеяли люпин. Другой немножко расцветки. А в этом году вот такую смесь купили. Сходит он довольно тоже неплохо. И вот в этом году перезимовал, уже наклевываются почки. Поэтому тоже хорошее такое растение. И первый раз посеем вот такую ипомею. Ну, прекрасный вариант для различных беседок или каких-то арок, чтобы они вот так вам завили, очень красиво будет цвести. Потом такие цветы, если что-то еще потом не забудем, то еще что-нибудь покажем. В общем, будем сеять, цветочки делаем, семена сеем, поливаем, все. Все очень просто и быстро. И сразу вот такие вот дуги поставили, если будет какое-то похолодание, можно будет все очень хорошо прикрыть. Поэтому теплица, в принципе, уже сейчас, когда вот эти все заморозки сильные прошли, в принципе, цветам уже вообще ничего не страшно. Даже если будут какие-то похолодания, можно прикрыть их будет. И приступаем к посеву. Можно было сеять на грунт, а потом сверху присыпать почвой. Но так как, например, у цинии семена очень крупные, хорошо их удобно сеять, поэтому разложим их по рядкам и присыпем сверху почвой. Быстро всходит цинния, наверное, на третий или на четвертый день. Если тепло, прям будет хорошо в теплице, она быстро взойдет. Все посеяли, кроме астр. Астры семена еще не проклюнулись. Как только они наклюнутся, сразу их заделаем в грунт. Главная, конечно, проблема выращивания вот рассады в теплице то, что грунт очень быстро пересыхает, поэтому приходится следить, чтобы почва не пересыхала. Хорошо вот ее увлажнили. Можно будет, конечно, на ночь натягивать
закрывать пленкой, если будет холода. А так, конечно, именно днем никаких пленок, иначе все просто сгорит. Сейчас уже, как только солнышко выглядывает, очень жарко. Ну и все, теперь будем только ждать всходов.